Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас покупочки в Валберес, Озон, много интересного. Итак, поехали. Покупочки Валберес, интересные эти все-таки. Так, это легкий пластилин, уже третий раз беру. Сейчас вообще как-то было совсем бюджетно, 36 цветов. За 100 с чем-то рублей. Прям вот совсем бюджетно. Девчонки играются, он быстро засыхает, хотя в зип-пакетах, но они забывают убирать. Цена вопроса смешная, а играть они в него очень любят. Так, дальше, девчонки, взяли вот такой вот пигмент прямого действия для волос. Сейчас будем красить волосы Ксюшки. И наверняка ролик гораздо быстрее в Дзене появится, как мы это будем делать. Оттеночное средство для волос. Вот такой вот отзыв хороший. Цена 300 с чем-то рублей была. Там оттенки разные. Ксюшка захотела фиолетовые. Фиолетовые кончики. Сейчас у них тренд такой там. Кто какого цвета себе делает. В общем, сейчас пойдем с ней воплощать это все в жизнь. Так, дальше, девчонки. Вот такая вот интересная штука для душа. Это самоклеющийся держатель. Мы купили новый смеситель. И когда переключаешь с душа на сам смеситель, да, на кран, душ еще несколько секунд подтекает. Меня это жутко раздражает. Ну и вообще удобно. Детям пониже. То есть один у нас держатель есть, обычный, да, он высоко. А вот этот пониже, я не знаю еще, куда буду его лепить. Муж придет, как-то вместе с ним это все сделаем. Отзывы именно на вот такой вот хороший. Нужно обезжирить поверхность и приклеить. Пишут, что держится хорошо. Смотрится симпатично. То есть это, конечно же, пластик. И цена вопроса там смешная. 100 с чем-то рублей, по-моему, тоже. Вот, но нам нужен был второй, поэтому купила. Так, дальше, девчонки, брюки. Эти брюки мы активно с девочками обсуждали в Телеграм. Девчонки очень хвалили. 40-й размер взяла Ксюшке с высокой посадкой. Цена вопроса 500 рублей. Там есть разных цветов, есть подороже. Есть с карманчиками сзади. У нас в данном случае только спереди карманчики. Это классические брюки. Девчонки, синтетика, по-моему, прям чистоганом. Но в школу вот так вот, когда прохладно, одеть очень здорово. Здесь резинка, тянутся хорошо, посадка высокая, очень стройнят. Сейчас этикеточка упала. Очень стройнят. Материал тут не написан, но в карточке товара посмотрите, кому интересно. Они прям совсем разных цветов. Там ассортимент огромный. У продавца 500-600 рублей цена брюк. Они немножечко ей длинноваты, но нормально. Они прям, вот знаете, ну действительно очень-очень стройнят. Это 40-й размер, и только вот по длине они чуть-чуть велики, но это не страшно, можно подшить. Достаточно материал приятный. Пошив, кстати, тоже хороший за 500 рублей. Вообще шикарно. Они такие плотненькие. Вот когда прохладно, осенью в школу в брючках какую-нибудь светлую блузочку. Ну, прикольные. Одна покупочка Валберес интересная, девчонки. Сейчас будем тестить вместе с вами. Это универсальное чистящее средство Истиш Эко. Без химии, без фосфатов, без запаха. С мерной ложечкой. Зип-пакет. Зип-замочечки тоже очень важно. Безумное количество способов применения. В карточке товар все написано, для чего применять можно, для чего нельзя, для чего с осторожностью и так далее. Девчонки, если у вас есть такие вещи, одежда, которые линяют, у меня в принципе таких нет, у меня ничего не линяет, я все цветные вещи могу даже вместе с белыми стирать, как бы все нормально, то вы делаете состав, его разводите кипятком и ждете, пока он остынет до той температуры, которая написана у вас на бирочке к одежде. То есть можно стирать при 30, ждете, пока до 30 остынет, а потом замачиваете. То есть делайте все по правилам, если есть такие у вас ткани, которые линяют, которые могут потерять цвет и так далее. У меня в этом плане все нормально, я всегда все делаю в кипятке, все отлично. Так, смотрите, информацию вам все показываю. Сейчас будем с вами активировать средства. И у меня скопилось приличное количество одежды, обуви, которой я хочу заняться. Собственно говоря, у нас с вами на повестке дня вот такая вот кофточка. Крис. Вот так мы гуляем. Так, освежить кухонные полотенчики, потому что пятна и запах и так далее, это все уберется. Неприятные запахи от тряпочек тоже бывает, хотя я стараюсь каждый день менять. Освежить вот эту тряпочку, носочки вот такие. И свои тапки. Вот, хочу освежить тоже, потому что при обычной стирке в машине, я стираю их в машинке, вот эти места, они почему-то у меня плохо очищаются. Вот сейчас я их хочу замочить, чтобы прям стали совсем как новенькие. Ну, хочу сделать сначала, смотрите, здесь такая большая мерная ложечка прям, и такой вот гранулированный порошочек. Сначала хочу избавиться от неприятного запаха в сливных отверстиях везде и профилактику засоров произвести. Я так делаю приблизительно раз в 10 дней, и у меня никаких проблем нет ни с засорами, ни с запахами из труб. Ковшик кипятка. И оставляем минут на 15-20. Теперь на кухне. Также беру ложечку средства. Даже не полную, здесь большая ложка. Прям половина, мне кажется, вполне достаточно. Насыпаем.
И заливаем кипяточком. Опачки. Вот так. И тоже на 15-20 минут. Теперь будем замачивать вещи. Я думаю, что хватит полной ложки за глаза. Она прям такая объемная. Здесь есть у нас миллилитраж. Я не посмотрела на упаковочке, но там большая. Вот ее не полную высыпаю, но приблизительно где-то одну полную ложку. Там мне одной рукой неудобно доставать. Так, вот так. И тоже заливаем кипятком. Наливаю сначала немного, потому что сейчас пойдет реакция. И у нас может с вами раствор выйти за края нашей тары. Вот, все, пока больше наливать не буду, потом в процессе, если что, водички подолью. Бросаем наши грязные вещи. Слышите, как шипит? Ух! Ух! Вот так. Кофточку. И сейчас посмотрю, как пойдет реакция. Тапочки, если что, чуть попозже положу. Так, так, так. Красота. Какая прелесть. Как я и ожидала, реакция выходит за края. Прямо на то полотенчико, которое мы тоже сюда потом бросим в замочку. Вау. Все, погрузила вот таким вот пока образом. Сейчас реакция немножечко еще спадет. И, возможно, тапочки буду переворачивать или водички подолью. Еще одна задача. Пластик. Выключаю воду. Добавляю средство. Сейчас пойдет бурная реакция. Средства нужно совсем немножко. Вот если пластик, посуду, его прям совсем немножко нужно. Смотрите. Шух. Вот оно как. Прям вот, ну, 1/5 ложечки. Этого будет вполне достаточно. У меня здесь ложечки вот такие вот беленькие поотмывать. Вау! Ты-то хоть за края не выходи. Нет, реакция прям очень бурная, слушайте. Я еще такого не видела. Вот такие вот кружечки. Видите, здесь забивается в буковки тоже всякая бякость. Так, потом овощечистка моя тоже бывает тут подзабивается. Освежить. Бутылочка Крестюшина вот сюда, потому что в прорези бывает забивается налет. Особенно вот это меня раздражает часть, потому что ее совсем неудобно чистить, поэтому, видите, там желтый налет такой отправляется. Ну, и, соответственно, сосочку вот эту вот тоже от бутылки освежить. Вот так это все дело будет у нас замачиваться. Здесь вообще буквально несколько минут и все отходит. Прям вот несколько минуточек, и все будет уже чистое. Погружаем все как следует. Вот так. Вот. И все. Минут 5 постоит. Пришло время сливать воду большим напором теплой воды. Я это буду делать вот так. Все чистенько, никаких запахов. Все идеально сливается, все отлично. На кухне то же самое. Наверное, минут 7. Пластик уже весь отошел. Это видно. Ай, горячий только. Сейчас сполосну все и покажу. Все просто шикарно и идеально. Вообще, хочу вам сказать, мощное средство. С небольшого количества средства получается такая бурная реакция. Прям, ну вот, мощная. Вот тут все чистенько. Видите, просто сполоснула водичкой. Вот эта сосочка вся чистенькая. И кружка. Вот она. Все отъелась. Ложка моя любимая белая, тоже все чисто. Класс. Ну, в принципе, прошло 1,5 часа, этого достаточно. Я вижу уже, что все пятна отошли. Сейчас я потихонечку все это дело достаю в стиральную машину. Потихонечку стираю, потихонечку. В обычном режиме стираю и потом вам все покажу. Ну что, постирались. Давайте смотреть. Вот один носок, как всегда, при полоскании выпал не туда, куда надо и не отжался. Крискины носки чистые. Посмотрите, какая тряпочка кухонная. Она прям сияет чистотой. Очень чистенькая. Так, поехали дальше. Что тут у нас? Крестюшин еще носочки вот были. Тоже чистый полотенчик наш с вами такой заюзанный, который был. Почему-то камера желтит. Освещение такое, наверное. Все, идеально чистенький. Никаких пятнышек, никаких запахов, ничего нету. Так, дальше тапки сейчас откопаем. Еще одна у меня тут тряпочка. Тоже идеально чистая. Откопала. Все отличненько. Все тапочки чистенькие. Вот эти места мои все такие труднодоступные отошли. Так, едем дальше. Ксюшкины носочки. Ну, прелесть. Слушайте, сейчас высохнут. Вообще красота. Так, и сиреневая кофта. У нас почему-то аж навизнанку вывернулась. Крестюшкина, которая была вся в грязи. Давайте смотреть. Вот она. Вся чистенькая. Супер! Красота!
Так что, девчонки, средство прям мощное, прям очень мощное. Смело могу вам рекомендовать 5 баллов. Так, покупочки Wildberries и Озон. Туалетную бумагу давайте сразу уберем. Это Зева. Она очень по классной цене. Трехслойная бывает на, именно на Озон, не на Wildberries. Сколько здесь? 12 рулонов. Что-то около 300 рублей, по-моему, даже 290. Это вообще нормальная цена для такой бумаги. Поэтому, в принципе, в последнее время только на Озон покупаю. Так, а, эта аптека затесалась. Это Клавио. Девчонки, первый раз буду такой пробовать. У меня до этого был другой. Хочу попробовать именно вот этот вот для восстановления. Потому что сняла ногти, хочу немножко повосстанавливать. И попробую. Потом вам расскажу. До этого был Клавио такой в красненькой упаковке. Он классный. Так, дальше. Это игрушки. Игрушки, фольгированные шары. Ксюшка заказала опять цифру 10. Помните, я вам показывала на день рождения. Мы ей ставили. Но они остались в Алексине. Естественно, мы их с собой не повезли, потому что сдуть их нереально. И мы заказали такие. Немножко другая, по-моему, расцветочка. Вот такие вот циферки. Тоже по 100 рублей. На Wildberries она захотела, чтобы у нее дома эта цифра 10 осталась. Поэтому мы заказали еще дома. Цена вопрос как бы ни о чем. И чтобы Крестюшка у нас не капризничала, мы заказали ей вот такой набор шаров. 200 с чем-то рублей он на Wildberries. То есть здесь вот такая вот большая бутылочка, два шарика, две звездочки. Это все дело надувается трубочкой, как бы, и все. Вот такая вот штукенция. Так, дальше набор. Сейчас распечатаю, покажу. Это трусики маечка, 100 с небольшим рублей Крестюшки. И у нас здесь большая коробочка. Я заказывала Ксюшке. Так, я заказывала Ксюшке обувь. Что-то тут у нас еще. Сейчас мы это все дело потом откроем. Я уже забыла, что. Обувь. 4 пары на сменку в школу. Так как у них физра, я беру сразу сменку. Вот такие вот текстильные тапки. Мы много померили и решили оставить вот эти. Небольшой запас есть. Тоже цена вопроса всех, которые я заказывала. 400-500 рублей. 600 там максимум. Вот эти, кстати, оказались 400 с чем-то. Достаточно удобные, дышащие и на физру в них ходить, чтобы 15 сменок с собой не таскать. Здесь, кстати, на стельке, смотрите, пупырки, массажная стельечка, такая классная. За 400 рублей вообще нормально. И они очень легкие. 36 размер, но у нее где-то сейчас 34, подходит к 35. Есть небольшой запасик, чтобы как бы на год хватило. Вот такие вот тапочки. Очень легкие, подошва не тяжелая. И нога фиксируется тоже хорошо. И на широкую ногу у кого деток тоже подойдут, потому что они прям так, не сказать, что свободно, нога не выпадает, потому что резиночка хорошо держит. Но они такие, нигде не давят. Одни вот мы мерили, она говорила, прям ей что давит. Но у нее не широкая нога, совсем отнюдь. Вот, выбрали вот такие. Вот, собственно говоря, наборчик я взяла на 3 года, на ростовку 92-94, потому что хлопок подсядет, ну и чтобы свободненько было. Вот такие вот фламинго, приятный хлопок, ничего как бы лишнего за такую цену. Вообще отлично, это у нас с вами звездочка, 3 вот, 3, возраст 3. Маечка будет длинновата ей, конечно, но в целом все отлично, еще после стирки подсядет. Купочки Озон, девчонки, это 3 чая взяла. У меня сейчас Ксюшка любит чай пить, Женя тоже всегда пьет, и взяла себе на пробу по 60 с чем-то рублей пачка. 70 с чем-то рублей, по-моему, самая дорогая, не помню, какая вот это, наверное. Взяла себе вот такой вот Кертис Релакс. Я вообще не любитель чая, но любитель травяных сборов. Попробую. А им вот такой Кертис с малинкой. И вот такой интересный, наверное, с апельсиновой стружкой. Здесь 25 пакетиков. Он, наверное, 70 с чем-то был. Читательский дневник. Мы такой уже брали на Wildberries. Цена и там одинаковая. Просто к нам Amazon ближе. Крестюшка прошлый разрисовала. И пришлось взять вот такой. Сейчас в конце лета будем заполнять. Обычно читательский дневник, который обязывает нас заполнять о прочитанных книгах летом. Так, и вот такая игрушка, это Ксюшкина покупка, она захотела Максику игрушку, котику вот такую. Цена вопроса тоже рублей 80, девчонки, палочка с кошачьей мятой, там прям так расписано, я прям себе захотела. И успокаивает, и снимает у животного стресс, и нормализует обмен веществ, и комплекс витаминов, улучшает настроение, освежает дыхание, там про зубы, про все что угодно. В общем, это кошачья мята в форме кошачьей головки, такая на палочке. Открывать не буду, потому что Ксюшка без нее не разрешила открывать. Но как будет играться, я постараюсь снять. Ну, по крайней мере, коротенький ролик за ней точно. И вот такая палочка, она тоже натуральная. И вот здесь, смотрите, тут такой влагоудерживающий и влаговпитывающий. Тут она вообще вот так вот в форме кошачьей мордочки. Вот так вот сделана эта кошачья мята. Вот такая вот конфетка, короче, чупик для кота. Будем играть, обязательно покажу. Пучки Wildberries, прям огромный пакет. Давайте смотреть. Давай, что покажу. Это упаковка салфеток. Салфетки прикольные, кстати. И дезинфицирующие с кожным антисептиком. Я думала, они детские, но они не детские, ну ладно. 6 пачек, получается, 720 штук, 300 с небольшим рублей. И мы уже одну пачку достали, оставили
коляски. Они прикольные, девчонки. Они пахнут ванилью. У них такой аромат классный. Вот прям классный, классный, классный. Пачки большие, клапан пластиковый. В общем, цена вопроса смешная. Поэтому здорово. Сейчас уже грязь, осень начинается, много грязи. Поэтому всегда пригодятся. Целые коробки так прямо приходят. Так, дальше. Ботинки, крестюшки, тапочки. Текстильные. У нас такие же есть, но они уже маловаты. Я заказала ей 3 пары, из них выбрала вот эти, потому что есть небольшой запас, чтобы еще хватило на весну. В принципе, уже сейчас осень, но вот когда тепло, мы в таких бегаем, это удобно. Для меня важным критерием было то, что здесь сверху резинка. Они, кстати, подойдут на широкую ножку. У нас она не широкая, но, тем не менее, нога фиксируется нормально. И есть небольшой запас. Это, получается, 22 размер. И они идут в размер. Другие у меня в том же размере я заказывала, и они маломерки, вот которые приходили. Эти нет, идут в размер, и мальчику девочки подойдут. Специально взяла темненькие. Я бы еще очень радовалась, если бы подошва была темная. Кстати, есть ортопедическая вот такая штучка, и цена вопроса где-то 500 рублей. Взяла, чтобы был небольшой запас, чтобы хватило на весну. Такие прикольненькие, в принципе. Потому что они есть без резинки наверху, и там нога плохо фиксируется, их надевать неудобно и так далее. Я уже по опыту знаю. Важно, чтобы вверху была обязательно резиночка по ножке. Что у нас с вами интересного? Это кондиционер. Aroma Rich, любимый. Я другой пока даже брать пока не хочу. В этот раз взяла попробовать с яблочком. Очень интересно, на самом деле, как он пахнет. Беру обычно какой дешевле. Но его так надолго хватает. Наверное, вот этой пачки я пополам с водой теперь развожу, девчонки, потому что аромат и так очень насыщенный. И еще один нюанс, про который я тоже говорила. Сейчас я его открою, покажу вам. Брать в маленьких пакетиках. Гораздо бюджетнее выходит брать в больших пакетах или в бутылке, но там разбавляют. Прям в отзывах об этом все открыто пишут. И вот такой очень классный, удобный штатив. Я его уже на Валберс проверила. Штатив настольный для телефона. Знаете, для съемок больше взяла, но так для просмотра, кто смотрит, вот так вот очень удобно. На кухне пока что-то готовить. Я его уже посмотрела. Сейчас все открою, тоже покажу. Вот он, кондиционер. Я первый раз беру вот такой вот с яблочком. Мне Эли он называется. Эли. Мне не терпится уже открыть, попробовать аромат. Интересный должен быть. Ну, по крайней мере, то, что пробовала, мне нравится. Видите, пакетик какой? То есть его здесь не разбавишь. А вот где пакетики по 900 миллилитров, здесь 400 миллилитров. Там крышечка на пакетике, как на майонезе, на кетчупе. И вот там, то есть, легко можно открыть и разбавить. А здесь нет. Поэтому я рекомендую лучше вот в таких пакетиках брать. И хватает его надолго. То есть пополам смело можно с водой разбавлять, а то и больше. Смотрите, штатив. Штатив прикольный. Он приходит в разборном состоянии. И вот эта штука, она очень тяжелая. Она прям вот тяжелая, такая увесистая. То есть стоять будет хорошо. Телефон не падать. Потому что, хотя цена вопроса около 200 рублей. Кто-то из девочек в Телеграм кидал. Я посмотрела, решила, что мне такое надо. Я его сейчас собрала быстро. Все друг к другу тут вкручивается. Вот эта штука поворотная. Тут все крутится из стороны в сторону. Вверх-вниз. То есть достаточно все удобно и крепко. Так, раздвигается, раздвигается. Все работает. Вот, все раздвигается. Все отлично. Все супер. И хорошо, что вот эта штука тяжелая, потому что у меня подобные штативы были, и они плохо держат. Именно потому, что, ну, телефон перевешивает, падает, падает неудобно. Вот такой прикольный штатив. Сейчас открою кондиционер, понюхаю и скажу вам. Понюхала, кстати, аромат прикольный. Такой вот, знаете, со свежиночкой, яблочко-цветочки. Но вкусно. Вот у них какие-то композиции, они такие прям богатые. И на выходе действительно получается вкусно. Постираю белье, потом еще потом расскажу. А так вкусненько. Зеленое такое сочное яблочко. И цветочки какие-то есть прям вкусненько. Мне пока нравится. Кислиночка даже вот какая-то есть. На этом все. Все ссылочки, как всегда, внизу в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.